Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, страница 31, упражнение номер 4. Привезли 36 досок. Когда несколько досок взяли на ремонт сарая, осталось 27 досок. Во сколько раз больше осталось досок, чем израсходовали? Насколько меньше досок израсходовали, чем осталось? Итак, привезли 36, осталось 27. Нам нужно узнать, во сколько раз больше осталось, чем израсходовали. Но мы не знаем, сколько израсходовали, поэтому, чтобы это узнать, мы из 36 вычтем 27. 36 минус 20 равно 16, минус 7 равно 9. 9 досок израсходовали. Чтобы узнать, во сколько раз больше осталось, чем израсходовали, мы должны большее число 27 разделить на меньшее, на 9. 27 разделить на 9 равно 3. В 3 раза больше осталось, чем израсходовали. Насколько меньше досок израсходовали, чем осталось? Чтобы узнать, насколько одно число больше или меньше, чем другое, нужно из большего числа вычесть меньше. То есть из 27 нужно вычесть 9. 27 – это 10 и 17. 17 минус 9 равно 8. 18 досок, на 18 досок меньше израсходовали, чем осталось. Записываем слово-ответ. Пишем в 3 раза на 18 досок. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.